Хорошо было. Кстати, опасно было. Ай, как хорошо. Флэшкей, добро пожаловать в Fortnite. Давно с таких приколясов не было. Прямо сейчас проходит турнир «Безумная среда». Я вообще не смотрел вот в эту вкладочку состязания и не знал даже, что тут есть такой турнир. И сегодня вроде как турнир с пониженной гравитацией, со снайпами и с маленьким количеством хп. Я решил бы, почему бы и нет? Пойдем поиграем, и, ребята. Наконец-то все, блядь, у нас. Я так ждал. Я так очень сильно хотел. Это эмоции BTS. Бля, обожаю BTS. Просто моя любимая. Уф, посмотрите, посмотрите. А я прям, ой, как обожаю BTS, люблю, обожаю, любимый просто BTS. Перед тем, как мы пойдем в спидранить турнир «Безумная среда», напомню, ребят, что тег автор у меня на моем флагжике. Если вы хотите меня поддержать, вы можете вписать его в Fortnite, в Rocket League, вообще везде, при любой покупке, абсолютно любой. Кстати, вот даже набор можно будет купить. С моим тегом вы очень сильно поддержите мой канал. У меня вот такой классный стиль DJ-респиратора, очень старенький скин, но приколор очень классный в виде стиля. Мы прямо сейчас отправимся играть в турнир «Безумная среда». Ехал. Единственный выстрел. Мало здоровья, пониженная гравитация, только снайперский мент. А, ну короче, понятно. Такой рофло турнир, но на такой рофло турнир вообще-то бабки выделены. Че, попробуем, пошпилим. Блин, на самом деле вообще насрать. Я упаду даже в Stark Industries. Похрен, первый там катки, не первый, вообще поебать. Насчет рестлер я вообще не помню. Но, знаете, все в более-менее равных условиях играют. Более-менее. О, вообще такие приколясы. Нравится. Бля, что с деревьями? Ебать, что? Найс, DirectX 12, напомню, ребята. Тут на самом деле очень легко промазать, но тут важно коряк взять, а не снайпу вот эту вот. Ау, бля, спиздили. Бачил. Просто два хила только что спи. Ой, блядь, какое тут добро и позитив, ёбаный рот. Вообще классно. Вот это кайф. Коряк тут самое важное, чуваки. Батуты, уф. Сейчас, короче, сделаем вот так. Да, найс. Мой килл. Дайте ПТС. BTS для BTS. Let's go. Да, порезом. Проблемная хуйня. Хорошо. Найс. Радует одно реально. Тут можно просто вот по всей карте летать. Тут столько мувмента. Ёбнешься. Ну, кроме тачек, естественно. Куда, куда, куда там? Правда, чела не вижу. О, теперь вижу. Ух, это было близко, молодец. Вылези по-братски. Оуф. У него приколов больше перезаряжено. Блять, я думал, может быть, киркой его нахуярить. Ну ладно. Хорошо, 4 ПТС. О, пошел маленький школьник, посмотри. Хуйлуша наша. Не дошкольник, киберспортсмен. Сразу пошел бы эмить. Так, о, снайперка, это коряк, да? Давайте, похуй, сразу на коряку пойдем. Там пойдем на мою любимую локацию. Знаете, вот так сделаю, чтобы ускорить процесс? Так мувмента дохуя. Ой, блять! Что-то я слишком высоко упал, нет? Опа. Мэн. Бать снайпанул бы, если меня еще. Ладно. Фак. Ладно, похуй на него. О, стоп. Оп. О, щит, мэн. Оп, еще один. Прибежал. Я сделал вон так. Оу! Дай, блядь. Хорошо. Болт снайперка, на самом деле, она не особо нужна. Да, я думаю, что болт снайперка особо не нужна. Прям, может быть, вообще на плейсмент поиграть, не знаю. Блядь. Хорошо.
Прилетело. Кажется, у кого больше снайперок, у того больше преимущества. Откуда только он стрелял, я вот этого не понял. Давайте попробуем полететь. Бля, вот это. На батут прыгать. Проблема. О! Полет, полет, полет. О, ебать, он там убил чела. Оу! Молодец, близко было. Сейчас все перезаряжу. Бля. Близко! Ау! А-а-а, блядь! Бля, не привык так быстро свичить еще. Сука. А, 8 ПТС. Ладно. Бля, за топ-1 там что-то дают вообще классно, не знаю. Но на плейсмент, мне кажется, ну тут вообще супер не варик играть. Мне кажется, тут прям на киллы надо хуярить. Хотя даже после докатки посмотрим чисто в лобби, у кого больше всех ПТС в этом турнире. Тачка! Кстати, на тачке гениально всегда ведь. Ой, блядь. Узнал. Альдиверчи. На всякий случай. Блядь. А я прыгну, давайте. Оп, под конец. Да, блядь. Умри уже, падла. Блядь, думаешь, я не прыгну? Да ебать ты заебал. Чел! Я бронированные стекла. А куда ты там стреляешь? Стоп, тачка взорвется ему. ГГ! Эй! Я взорвал! Где мои бенефиты? Блять, надо вернуться. Ух, ебать, увернулся. Пошел отсюда. Носков, блядь. Идите в задницу, ё-моё. С твоими коряками. Эти меня тоже... Ебать, ты там ворошиловский стрелок. Подожди. Во. Блять. Может быть, реально полнейшая пизда. Понял? Хил. Блять. Бля, да снайпы. Хорошо. Блин, по сути, это 3 удара киркой. Он может, типа, на заноускопить и, конечно, попасть. Но как вариант. Я реально пиздел. Кажется, плейсмент легко. Все реально вот так в мясо падают. Подожди. Ладно, похуй, рискнем. Главное свичить постоянно. Ой-ой-ой. Эх, а был момент, когда выбрасываешь предметы там... Все регенит. Блять, не успел. Ну почему я перезаряжаюсь, ебаный рот? Когда прыгать надо? Чел-то на изи меня снайпанет. Молодец. Уебал меня. Так, заходим в состязание. И у нас победитель. Ну, понятно, тут вообще и на изи бабки раздают. Итак. Ох, ты че ебанутый, блять. Какие нахуй 117 килов? Тебе вообще нормально, блять? За топ-1 дают плюс 1 ПТС. В чем прикол? Ну, смотрите, по сути, в каждой катке он делал по 2 кило где-то. Тут, да, 7. 10 кат. Блять, сумасшедший, нахуй. Понимаете, он плейсментом 47 поинтов нафармил. Плейсментом? Я на плейсмент, знаете, я не особо даже в этом турнире собираюсь ебать потеть ради денег. Здорово, футурик. Сори, ребят, что я не кибершкольник, который 24 на 7 эту игру играет, но я тут ради рофла. Ну, блядь, 8К дерева, я думаю, но видяхи нужны точно. А что это? Вы в курсе в Майнкрафте деревья и то почетче? Охуенно. И вот вам и минималки, нахуй. Куда там? Шмаляешь, нахуй. Давайте попробуем к нему прям. Оу! Хорошо было. Опа. Хорошо. Все, брат, я за карики. Обои. А? Аля хил.
Ау, бля. А косой? А, он здесь. Блять, что перезарядить мне нах? Бля. Да сука. Райт пик, брат, райт пик! Так, я на самом деле, у меня самый имбовый стак. Это поинтереснее. Угу. Ебать! Ой, просто! Мой перфикс, а не страт, как я охуенно прилетел. Подожди. Они ко мне же, ну. Нет, стой. Хорошо. Так, там сзади какой-то чел. Там болт. Бля, не вижу чела. Все. Ой, вот это хорошо. Не самое лучшее место. Воу! Вопрос. Какого, блять, хуя? Объясните мне, пожалуйста, уважаемые знатоки. Две стенки, блядь, стоят. Я умудрился охуенно попасть так, что... Ладно. Без объяснений. Я не хочу, блядь, ничего объяснять. Похуй. Так, ну... Не, стартер пак норм. О, блядь, уже поздно. Fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, не попади. Блядь, не ты! Блять. Что вас так много? Подожди. Эй, блять. Оу. Подожди. На, в голову, блять. Так. Цели. Ишь, сука. Ладно. Блять, все похуй. Надеюсь, я вернулся этой хуйней. Ау, блять, что я делаю нахуй? Куда-нибудь еще туда. Бля, сколько горько валяется, не могу ничего взять. Ну ебать, нормально я тут нашинковал на 5 кило. Так, дроп. Ладно, полетели. Что тут? Yes. Another one. Я не стрелял, но нужно перезарядить, вот. Извини, брат. Для ресов не надо наверх пойти. Оу, щит. И карасик. Буль-буль-буль, карасики. Куда так, слышишь, снайпер? Карась, блядь. Блядь, тачки там. Это, мелькну. Ух, ебать, тут народу, сука. Мне точно нужен коряк, мне точно нужно быстро. Нет! Мышь! Ну, блядь, не повезло. Так, срочно нужно что-то классное. Быстро. Блядь, ладно, похуй. А, ой, блядь. Так, сюда, дай мне. Стоп. Блять. Да ёбаный, чё? Ай. Ах, эти снайперы. Куда смотреть? Каким глазом? Пизду вас. Так, посмотрю, что им здесь. Допустим, блять, нет, так не получится. О, вылези. Мертвы. Там на тачке чела сбили. Кончик нелегальный, давай. Опа. Конечно, я же не прыгну, блядь. Я же в дурале не прыгну. Ой, блядь, ладно, не смешно. Эмма, брат. Да. Вантус БМВ. Ебатник, нахуй. Да, сука. Мне кажется, вот у меня всегда так бывает.
Я вначале вот так вот чон-чон-чон-чон. А потом... Глаги-глаги нахуй. Такое ощущение, что я на мобилке играю. Что это за текстуры? L2. О, моя любимая. Блять! Мне пизда, да? Нет. Он вообще непонятно, почему не стрелял в меня, хотя надо было. Оу, щит! Я же, ну прям не ему было. Подожди. Я заряжусь без снега. Ой, блядь. Ебать, я вплотную. Хуже попадаю. Чем вплотную хуже попадаю? Фу, блядь, щит, мэн. Думаешь, я полечу? Ты прав. Ага. Ну, давай. Ой, найс. Стоп. Как насчет классной тачки? На классной тачке погонять. Так, мне кажется, там... Я вот, знаете, никого не мог убить, кто был на тачке. Но если я сяду в тачку, меня по-любому убьют. Ну, это, блядь, закон подлости. Ну, это же понятно. Ёбан. Читаемо просто максимально. Тебе гравитация на ламбу вообще влияет, нет? Ну... Вроде да. Да, влияет. Уху, ебать, куда? Блять, тачку дал. Перезарядка? Нет! Ух! А он близок был. Хорошо. Вот там еще один. Это было бы красиво, конечно, если бы я с первого выстрела убил, но... Ебать, все равно такой нахуй мув. Ну что, для такой красивой каточки нужно и топ-1 взять, в принципе. Че? Близко было. Ладно. Забьем пока на них. Куда полетел? Чи, мэн. Ой, подожди. Ебать. Мне кажется, так наоборот, да выпендриваюсь, мне пизда. Опа. Опа. Ну давай. Сейчас приеду. Подожди. Можно же так. Опа. Чтоб он рыли охуел. Бля, он сам пошел туда. О, летят пацаны. А сбить кого-нибудь? Бум. Ну блядь, а что ты? Сдох. Вот это реально странно, что не сдох. Хотя там было все предусмотрено. Ау, щит. Катачка где? О, мэн, что творится вообще? Это так красиво на самом деле. О. Я не знаю, куда там прицелиться, чтобы реально по ним попасть. Мимо пролетело, мимо него просто. Ой, блядь. Это, кстати, опасно было. Ай, как хорошо. Что там, смотрите, просто выглядывает, блядь. На нахуй. Попробую его просто хотя бы. Золотой болт будет классно. Дабл болт будет еще лучше, мне кажется. Мы, мне кажется, банально не успеем дабл болт. Я не успел, Я знал, что это сейчас хуйня будет. Я в чертогах разума думал, бля, ну Жень, ты делаешь хуйню. О, пошел. Сбись нахуй, блядь. Сука, эти кибершкольники заебали нахуй же. Сколько вас понаплодилось, блядь? Нет, тут челось 130, я не знаю, как... Три топа. Но если бы за топ, конечно, было бы еще побольше приколясов, да, был бы смысл. Но это, я не знаю, это максимально странно, что за это еще деньги дают. Ну что, ласкаточка? Попробуем 50 хотя бы набить. Или меня сейчас префом нахуярят. О, вот это хочу. Блядь, не смог. Бля, Харли, ну что это с прицелом? Даже прицел пиксельный, что, блядь? Да сбей меня, давай. Бля, ну ты гений, что ли? Я не понимаю. Бля, давайте я сяду нахуй сейчас. Подожди, дай сяду. Бля, я убью, интересно. Кого, блядь?
Оу! Ебать, ты меня еще в воздухе сбей! Ау, ну камон, это вообще пиздец какой-то. Что за нахуй индийское кино? Ну что ж, наш рофлатурик подходит к концу. Я не знаю, это реально смех. Я не знаю, что было вообще. Какое это число? 16 числа что-то было вообще. 7 я обязательно должен зайти и посмотреть, что будет в этот раз. Потому что безумная среда, тут разные режимы. Не обязательно вот с этой гравитацией. Это реально было прикольно. Ну и странно одновременно. В любом случае, чуваки, спасибо огромное за то, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большой палец вверх под этим видео. Напомню, ребят, что тег автора у меня на MFLXG. Вы можете вводить его абсолютно везде. Вы вводите этот тег. Вы очень сильно меня поддержите при любых играх, бандлах. Все нахуй, где видите поддержать автора, пишите туда на MFLXG. Это будет охуительно. Спасибо огромное всем, кто это сделал. На этом все, с вами MFLXG. Всем удачи, всем пока.